станок Altai SBC-480, обзор запуска. Так, вот у него управление эстакадой, привод эстакады. И поштучной подачей. Так, с этого щитка управление идет. Дальше отдельный пульт для кантователя. Подъем. Вращение в одну сторону, вращение в другую сторону, опускание. Подачу можно включать с торца подающего стола. И с основного пульта. Скорость подачи через частотник, плавная регулировка. Реверс. Реверс подачи с поднятой когтевой защитой. Пильные валы запуск. Вытяжные регухи.